видели такие пешеходные переходы? Да. У вас возле школы какой пешеходный переход? Пешеходный переход – регулируемый и нерегулируемый. Кстати, нерегулируемый, пожалуй, самый опасный дорожный участок. Об этом ежемесячно напоминает инспектор ГИБДД детям. Ведь ДТП с их участием, к сожалению, происходит регулярно. За 8 месяцев на территории города Барнаула с участием несовершеннолетних зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в которых 77 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Из них в качестве пешеходов пострадало 40 детей, в качестве пассажиров 17 детей. Проводить такие профилактические мероприятия важно, а в игровой форме еще и эффективно. В этот раз совместно с молодежным правительством сотрудники госавтоинспекции провели занятия для первоклассников в школе номер 51. Напомнили, как переходить проезжую часть, а также раздали пометки ПДД и световозвращающие элементы. Кстати, работа ведется не только с малышами, но и со старшеклассниками, педагогами и даже родителями. Сформирован родительский патруль. На начало четверти родители помогают нам проверять соблюдение правил дорожного движения. Вокруг нашей школы пешеходные переходы есть как нерегулируемые, так и регулируемые. Поэтому не будет лишним напомнить как детям, так и родителям-водителям, да, которые подвозят детей к нашей школе, о правилах перевозок детей и о правилах дорожного движения. Во всех школах есть информационные уголки безопасности с подробной схемой маршрута, дорожными знаками и опасными местами. Безопасный маршрут у нас составляется для детей первых и четвертых классов, с первого по четвертый классы. Здесь это коллективная комплексная работа детей, госавтоинспекции, педагога и родителей. Смотрим, помогаем. Корректируем. Но у каждого ребенка есть свой индивидуальный маршрут, он его знает. Совет родителям – проходить с детьми этот маршрут, чтобы ребенок самостоятельно и безопасно мог добраться от дома до школы. Отметим, по сравнению с прошлым годом, количество ДТП с участием детей уменьшилось. Дмитрий Дроздов, Юлия Щепина. День с толком.